В Канашском и Цивильском округах уже полгода идет строительство новых школ по госпрограмме комплексного развития сельских территорий. С ходом работы ознакомился министр образования республики Дмитрий Захаров. В селе Чурачки возводят школу на 375 мест. Работы ведутся без простоев и задержек. Строительных материалов хватает. Уже возведены стены первого этажа. До конца года необходимо обустроить кровлю и фасад. Наружные сети будут в ноябре закончены. Для того, чтобы уложиться в срок, дополнительно будет усилено двумя бригадами с грузоподъемными механизмами. В октябре месяце поступит блочно-модульная котельная, чтобы к 1 декабря закрыть полностью корпус и приступить к внутренней отделке. Все работы будут выполнены в качественно и срок. В новой школе будут просторные светлые классы, спортивные и актовые залы, компьютерный класс и мастерские, современный пищеблок, библиотека и медпункт. По современным строительным стандартам площадь классов не меньше 50 квадратных метров. Высота потолков от 3,5 метров. Все школьные помещения должны иметь хорошее естественное освещение. Требования к строительным материалам – долговечность и надежность. В селе Янгличи объект чуть поменьше, но это будет образовательный центр. Школа на 165 учеников и детский сад для 40 дошколят. Сейчас у нас фундамент уже завершили. Получается, со стороны детского сада, корпус детского сада, мы уже перекрыли первый этаж. Сейчас идет строительство первого этажа. И здесь строители также намерены к зиме полностью закрыть корпус, подключить модульную котельную и приступить к внутренним отделочным работам. Вот сейчас поднимается новое здание школы, которое как раз по всем параметрам одна из лучших, может быть, даже не только в Канашском районе и в Чувашской республике. Мы очень ждем эту школу. Ждут дети, ждут учителя. Когда строители сдадут объекты, предстоит еще благоустроить территорию, закупить новую мебель и современное оборудование. Современный стандарт обучения требует не просто, скажем, мелодоски или же интерактивной доски, но и гораздо глубже профилизации, которая позволяет ребенку технически развиваться. Обе школы и в Янгличах, и в Чурачках откроются 1 сентября 2024 года. Татьяна Иванова, Оксана Верликова, Святослав Петров, Вести Чувашия.